Во! Святая река, Тара. Люблю приходить в тишине на речку. А тут вот встретил своего знакомого приятеля. Его зовут Сергей. Сергей, откуда? Зачем приехал сюда? Приехали на этот славянский праздник солнцестояния с Урала. Из жемчужины Урала Нижний Тагил, который рулит. Ух ты! Это шутка. Тагил, привет! Россия, привет! Здесь здорово! Сергей, приверженец религии кришнаитов. Да, Харе Кришна. Да, Сергей, ну как тебе праздник, солнцестояние? Не, были, ну на костер ночью не пошел, но все нормально. Ну. Как бы это, заслужили, эту грамоту нам дал Станислав, главный славянин. Хорошо. Ну, это самое, Владимиру Слепцову, что? А, да. Центр йоги, да, все да, получили, да. Этот самый. Коловрат. Коловрат. Значок Коловрат. Коловрат христианский. Так что мы знакомы. Веды – это наша тема. Вот. Приглашаем всех в Окунево на летнее солнцестояние. Не пожалеете. Непревзойденное. Теперь уже 20-го года. Ну, в 20-м году. Да. 19-го года. В этом году уже не попали. Приезжайте. Будет море впечатлений. Россия. Сергей, спасибо тебе. Спасибо. И вам, Владимир, спасибо. Итак, друзья, первую часть я уже выложил. Ну, немножко она, может быть, кому-то покажется, кому-то как-то что-то. Вторая часть следующая. Так, ролики будут как длинные, так короткие. Побывал на всем, на праздниках. Надо было там находиться, но, к сожалению, я не смог находиться все это время. Надо было приходить, заряжать камеру, скидывать все, что записывал. Так что я все, к сожалению, не смог заснять то, что происходило у кришнаидов, у славян там. Ну, надо было ходить, делать просто свои домашние дела. Так что смотрите все с 20 по 23 число. Все это будет на канале. И утро, в обед, вечер, день. Ну, короче, так что все. Кого-то я не снял. Простите. Оператора. До следующего года или просто в течение лета где-то вы себя увидите. Также передаю привет всем своим знакомым, друзьям, те, кто меня посетил. Так что добро пожаловать к нам. Так и смотрите, пожалуйста. Всем привет, друзья. Иду в данный момент по Лужку, по нашему так называемый праздничный лужок. В простонародье просто лужок. Куда мы раньше выгоняли скотину. Сейчас скотина здесь не ходит. Скотина ходит в другом месте, там, на других полях, на других местах. Потому что не ходит. Людей очень много здесь ходит. Люди гуляют со собачками, без собачек. Машины ездят. Короче, уже год. С год, наверное, как скотина здесь не ходит. Ну, не хочет ходить. Походит тут денек-другой и овечки. Ну, коровы ходят. В данный момент иду. Здесь уже там склали костер ритуальный, так сказать, который будут зажигать. Да, сейчас уже 8:30 времени. По расписанию было это все 8 часов должно было быть в 20:00. 8 часов вечера. Ну, все это пока перенеслось. Сейчас дойду. С собой взял сумку с фонарем. И вечером поснимаю для вас. Думаю, что все получится. Дует ветер. Одел шапку специально, такую бейсболку. Очень холодно. Такая вот Сибирь. 22 июня. Ну, так вот. Машины стоят уже там, расположились на берегу. Сейчас приду, вам покажу. Никто не купается практически. Очень там маленькие единицы какие-то купаются людей. Потому что холодно. Сибирь есть Сибирь. Холода. Ладно, пока отключусь, дойду. Там уже включусь еще раз. Сзади меня там ритуальный костер будет. Уже сложен. Так что ждем времени.
времени года, время, когда это все будет. Так, а здесь вот березка. Молодой человек тоже фотографирует ее. Здесь будет происходить действо главное. И вот такой шест с ленточками. Это взято с масленичного гуляния такое. Ну, красиво, красочно, интересно получается так. Вот, красиво, еще сверху с квадрокоптера там кто-нибудь заснимет, вообще будет классно смотреть фотографии такие вечерние с ленточками. Так что так, люди стоят здесь, ждут, отдыхают, шашлыки, мышлыки. Следующая песня «Африка». Thank you.
Thank you.
И еще одна песня «Река». Yeah.
проводи закат на мирный расход. Не смотри назад, там уже рассвет. Ни слова дай, больше не во сне. Тишина ясна, подними с колен. Проводи закат на мирный расход. Не смотри назад, там уже рассвет. Ни слова дай, больше не во сне. Тишина ясна. Спасибо. От чего? От транса. Твой выход. А не родись богатым, говорил отец, кому-то ананасы, кому-то холодец. А не родись красивой, говорила мать, а жизнь несправедлива, это надо понимать. Ведь счастье есть, счастье есть, счастье есть. Я верю, а надо просто ждать. Волком на луну, у мало витаминов, я иду ко дну. Оно я точно знаю, что счастье нужно просто ждать. Но главное не спиться и не заторчать. Ведь счастье есть, счастье есть, счастье есть. Я верю, а надо просто ждать. А если эта жизнь твоя вся как в кошмарном сне, то в следующей, наверное, жизни повезет тебе. А сегодня обокрали, завтра избьют. А знаю, так бывает, но все вокруг поют, что счастье есть, счастье есть, счастье есть. Ты мне очень сильно мешаешь. Я прекращаю, либо ну как-то. Да. Пожалуйста, давайте. Отойди, пожалуйста. Волшебное слово. А? Волшебное слово. Волшебное слово, да. Теперь песня про женщину.
Не очень красивую. Если б ты была министром или попросту царем и ходила в белом фраке с дипломатом, и если б в сборной по хоккею ты была бы вратарем и стояла бы на границе с автоматом. А так-то чё? Гудбай, гудбай. И разошлись наши узкие тропинки. А так-то чё? Гудбай, гудбай. Прости, прощай, подруга Нинка. Если б ты была бы рыбой с огроменной головой или птицей с бирюзовыми глазами и могла профессионально прерывать биты запой, и бандама запинала бы ногами. А так-то чё? Гудбай, гудбай. И разошлись наши узкие тропинки. А так-то чё? Гудбай, гудбай. Прости, прощай, подруга Нинка. А если б ты была красива и не просто молода, а если б ты на оба глаза не косила и обеими руками ты водила поезда, да и согласные все произносила. А так-то чё? Гудбай, гудбай. И разошлись наши узкие тропинки. А так-то чё? Гудбай, гудбай. Прости, прощай, подруга Нинка. Последняя приличная песня про женитьбу. Кстати, вы знаете, как гармонист на свадьбе играет? Нет? Нет. Надо рассказать вам, как играет? Да. Обычно гармонист приходит, садится и начинает примерно вот так. А народ пляшет, веселится, ему скучно. С таким лицом сидит. Ну, потом, понятное дело, подходят, говорят, хорошо играешь. Подливают маленечко, первую рюмочку, вторую выпил. Гармонист уже играет вот так. Еще бывает вот так. Еще вот так бывает. И чем голова дальше заворачивается, тем, значит, свадьба к концу уже подходит. И печень можно выкидывать. А вот решил жениться я, чтобы выросла семья. Ой, чтобы дети, а лучшие на свете, да были бы похожи на меня. А чтобы дети, а лучшие на свете, были бы похожи на меня. Можешь не подпевать. Выйду в поле, закричу, караул любить хочу. Ой, вы девушки мои, красоточки, ох и собирайтесь сюда. Эй, вы девушки мои, красотки, ой, собирайтесь сюда. А я вам, девушка, скажу, что от страсти я дрожу. А не уж
неужели она на самом деле мог и целый век любить одну? Неужели она на самом деле мог и целый век любить одну? А если побыл я падишах, спал в роскошных бы шатрах, а пил кумысы бы, а ну, а затем, а ох и навещал свой гарем. А я вам, девушки, клянусь, а что жениться не боюсь, она Наташе, а Саше, Маше, Даше, да я обязательно женюсь. Она Наташе, да Саше, Маше, Даше, я обязательно женюсь. А мой мужчина вам наказ, а бойтесь вы прекрасных глаз. От любови да выпадают брови, да кровь становится как вас. Спасибо! Миска, я еще буду? Давай, давай! Сейчас пожестче остались. Спи, балалай! Нить есть, нить есть. Ну ладно. Эта песня, это правильный вариант. Вот Пугачева, она свой выдумала. Вот взяла мой вариант, говорит, возьму у Сереги вариант, и, значит, на эту песню сделаю свой. Вот сейчас вы услышите настоящий вариант. Припев, кстати, всем известен, можете подпевать слова, точнее. Черкасским было, братцы, городок, а Черкасским было, братцы, городок. Там жил урядник, там жил урядник, там жил урядник, урядничек молодой, жил урядник, урядничек молодой. Он патиатром, он патиатром, он патиатром все ходить гулять любил, патиатром все ходить гулять любил. Он там актриску, он там актриску все молодку полюбил, там актриску все молодку полюбил. А что любила, а все любила, она любила лишь цветочки одни, она любила лишь цветочки одни. А миллионы, миллионы алых роз, а миллионы, миллионы алых роз. Алых роз, алых роз. Продал урядник, продал урядник, продал урядник шашку, пику и коня, продал урядник, а и коня. На тые деньги, на тые деньги, на тые деньги он цветочков купил, тые деньги он цветочков купил. А миллионы, а миллионы, миллионы алых роз, а миллионы, миллионы алых роз. Алых роз, алых роз, алых роз. Ихная встреча, ихная встреча, ихная встреча все ж была коротка, ихная встреча все ж была коротка. На зорьке поезд, а поутру ее увез паровоз, а поутру ее увез.